Собрал я сегодня свою винтовку, поставил манометр новый, намучился малость, но ничего. Восьмерка не подошла, которую я покупал, пока сделал вот такую вот приспособу из изоленты. Обмотал лентой, чтобы было посимпатичней. Вот такой вот аппарат у меня получился. Прицел дешевый. Так, пока на время взял. Хочу добиться результата, разогнать ее как можно сильнее, но пока получилось разогнать только до 258. Итак, смотрим отстрел. Итак, пули гамма полностью поджатая пружина. Пуля 0,7. Пробуем. Жарим. Три выстрела. Сейчас попробую ослабить пружину. Те же пули гамовские 0,7. Винт полностью ослабил пружину. Пробуем. Ого. Есть два. Это при давлении 150. Опять затянул пружину. Так вот влияет роль пружины. Ну, в общем-то, все. Пружину я затягиваю вот здесь вот. Вот это сейчас выкрутил болт, пружина подтягивается.